Огород. 98 гречка – продукт уникальный. Каша, приготовленная из опекрупы на воде, имеет низкую калорийность, при этом быстро насыщает организм. Съев ее с утра, не почувствуете голода до обеда. Сколько в вареной? 105. Особую популярность среди круп имеет гречка. То, насколько она будет полезна для человека, зависит от качества зерен и способа обработки. Рассмотрим основные методы приготовления крупы, пользу и вред запаренной гречки. 123. Многие огородники стремятся вырастить цветную капусту на собственном участке, но иногда, надеясь на хороший урожай красивых качанов, разочаровываются, когда замечают черные пятна и точки на соцветиях. Как предотвратить их появление? 92. Фермерские хозяйства, собственники огородов и приусадебных участков механизируют ручной труд с помощью мотоблоков. Урожай картофеля собирают агрегатами, прицепляемыми к малогабаритным тягачам. Картофель-копалка ККМ-1 – распространенный среди огородников механизм. Рассмотрим его. 106. Картофель-копалка занимает особое место среди навесного оборудования для сельскохозяйственной техники. Ее использование не только увеличивает производительность труда, но еще и позволяет получить урожай более высокого качества. Одни фермеры приобретают такое. 110. Выращивание картофеля требует серьезных трудозатрат. Чтобы облегчить работу, многие дачники, имеющие мотоблок, используют картофелекопалку. С этим оборудованием извлечь картофель из земли намного проще и быстрее. Но отдельное устройство покупать достаточно. 88. Пахучие листья базилика полюбились многим любителям пряных трав, и огородник, который однажды посадил растение на собственном участке, наверняка захочет сделать это и на следующий год, чтобы свежая ароматная зелень всегда. 97. Кормящим мамам важно употреблять безопасные продукты, не оказывающие негативного воздействия на организм ребенка. Поэтому их рацион ограничен. Многие исключают базилик из пищи, считая его сильным аллергеном. Рассмотрим, можно ли растение. 87. Картофелекопалки в приусадебном хозяйстве незаменимы. Механизация значительно облегчает тяжелый физический труд, экономит время. Техника для уборки картофеля постоянно совершенствуется и всегда есть в продаже. Умельцы конструируют приспособления для копки сами. 79. Тля – самый распространенный вредитель из встречающихся на капустных грядках. О том, как огороднику определить, что культура подверглась нападению именно этого насекомого, а также об эффективных методах борьбы и необходимых. 1. Популярные разделы «Цветы розы» актуальны зимой, популярные статьи. Поиск по сайту найти.